Так, у нас тут книжка такая вот есть с выдвигающимися картинками. Ну, давай смотреть. Автобус. Автобус. Накачал автобус шины. Волноваться нет причины. Хоть до Африки самой можно ехать по прямой. А это у нас полицейская машина. Полицейская машина на посту и в дождь, и в зной. Полицейская машина с ярко-синей полосой. Полицейский в ней сидит, за порядком он следит. Успокойтесь, драчуны, драчуны нам не нужны. А какие же знаки ты тут... Это какой знак? Ты знаешь, пешеходный переход, да? А это въезд запрещен. Еще один пешеходный переход. А это знак... Дети. Дети школьные. Велосипедная, наверное, дорожка. Больница. Так, ух ты. Скорая помощь. Найдется помедленнее, а то не видно ничего. Да помедленнее крути. Надевает врач халат, едет он лечить зверят. На его машине крест, он везде, ей везде открыт проезд. Пожарная машина. Без труда машину эту вы узнаете по цвету. Красный цвет в машине главный, а зовут ее... Пожарный. Правильно, пожарный. Давай дальше. Что у нас дальше? Ух ты, джип. Между сосен, между лип. Медвежонок водит джип. Там, где даже нет пути, может Мишин джип пройти. Почта. Едут письма и газеты. Едут важные пакеты. На большой машине синий едет почта по России. Почта Россия. Правильно. Легковая машина. Нас сегодня прокатили в легковом автомобиле. Можно быстро и удобно ездить в нем куда угодно. Подъемный кран. Кран подъемный великан, кран подъемный сильный кран. А такому силачу груз любой по плечу, даже если это слон, и слона поднимет он. Вся, да? Вся.